Скажи своему мужу, Ира, пускай принесет мне зеркало сегодня, и вот эту бляха, и я должна ей завтра отнести. Потом я уже не повезу. Вот это вы тогда заберете, мам, если я заберу. Холодильник, посудомоечную машину, можно будет такой шкафчик, знаешь, чтобы положить туда. Я кажется, вы меня заберете. Всякую хорошо, ну вот эти посудные полотенца даже надо можно. Нет, это не ящик. Да, нет. Положить туда, знаешь что? Парушки. Ну вот так. Thank you.
Кто-то бросил его. Да, я знаю. Yeah.